Свое мастерство совершенствуют экипажи бронетехники азербайджанской армии. Учения проводят согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2020 год. Сегодня военнослужащие отрабатывают нормативы по огневой подготовке. Основной целью учения, отмечают в Минобороны, является повышение боеготовности личного состава, совершенствование навыков управления боевыми машинами в труднопроходимых местностях и их применение в реальных боевых условиях. Тели Гусейнзаде, CBC.